Здравствуйте, компания «Литгаз». Мы снова с вами. Перед вами автомобиль Touareg Volkswagen объемом двигателя 3.2, и на нем тоже мы установили газ. На этот двигатель газ ставится несложно, но есть пару нюансов. Сейчас мы вам покажем, как выглядит подкапотное пространство Touareg на газу. Вот с этой стороны мы можем увидеть узел газобаллонного оборудования газовой форсунки, редуктор, и там же рядом блок с фильтром. Особенность этого двигателя 3.2 в том, что они на разных расстояниях находятся, впускные клапана. И здесь необходимо для правильного монтажа удлинять подачу газа за счет тефлоновых трубок либо медных трубок, что мы здесь и сделали. Работает этот автомобиль на газу точно так же, как и на бензине. Сейчас мы вам продемонстрируем работу автомобиля. Вы приходите, присаживайтесь, запускаете автомобиль. Автомобиль всегда запускается на бензине, о чем говорит желтый светодиод, потом автоматически переходит на газ. Автомобиль работает на газу. Попрошу ваше внимание, на всех оборотах автомобиль работает стабильно. То есть вы можете не переживать, что если у вас автомобиль такого класса, и если он на газу, вы думаете, будет плохо работать, это все не так. Баллон здесь находится у нас сзади. Баллон находится у нас вместо запасного колеса, это единственный минус, так как баллон тут на 43 литра. Загрузка его где-то порядка 38-37. Ну, заправок у нас много по городу, то есть проблем нет. Есть еще одна дополнительная опция — поставить дополнительно 90-литровый баллон. Сюда запараллелить их, и тогда у вас будет порядка 130 заправок. Заправляется наш автомобиль через заправочное устройство, мы его вынесли в бампер. Практично, надежно, красиво. Так что приезжайте к нам, мы переоборудуем любой практический автомобиль, сделаем вам правильную настройку, качественный монтаж. До свидания.